Здравствуйте, дорогие мои зрители канала. Сегодня хочу приготовить суп для диабетиков. Очень легкий, вкусный, с секретным ингредиентом. Мне понадобится лук, фасоль стручковая. Она у меня из морозилки. Капуста, брокколи, тоже из морозилки. Морковочка, перчик болгарский и лавровый лист. Также понадобится помидоры, один помидорчик свежий, зелень укропа и такой ингредиент. Может быть, вы все слышали, знаете. Тампинамбур. Это такой корень. Я все время его готовлю. Вместо картофеля. Вот. Бульон у меня уже готов. Сейчас тампинамбур разрежу на кусочки. Видите, он даже режется. Ну, наверное, у кого заболевание такое, знают про этот корень. Я его и жарю вместо картофеля, и салат делаю. Из него все, что угодно можно. Варю супы, борщи. Добавляю вместо картофеля. Вот. Ну, я уже сказала, что бульон у меня готов. Бульон куриный. На куриных голенях. Тоже очень часто варю. Голени куриные. Они как бы считаются более чистыми, и грудка куриная более чистые, не так засоренные всякими химикатами, вот, которыми нас сейчас кормят. Бульон у меня готов. Опускаю сюда тампинамбур. Лук. И морковь. Будет очень-очень вкусный супчик. Для диабетиков. Именно вот что для диабетиков. Накрываю крышкой. И все пусть кипит. Ну вот, тампинамбур у нас наполовину готов. Отправляю остальные ингредиенты. Это фасоль, капусту, болгарский перчик, и помидоры.
супчик посолю. Будет очень вкусный, полезный супчик. Ну, солю я по вкусу. Такой вот красивый будет супчик у нас. Здесь от курицы он хороший такой, нежирный. Также можно готовить с куриным филе, с индейкой. Очень часто я готовлю из шейки индейки. Вот. Можно немножко добавить гречки, пшена. Булгур можно добавить. Великолепный просто суп, находка для диабетиков. Я как что-нибудь съем такое вкусненькое, потом начинаю себе диету устраивать. Дня на 3-4 меня хватает. Вот. Но потом опять срыв начинается. И сладкого хочется, и соленого, рыбы, селедки всего. Так что вот так. Накрываю крышкой, и пусть суп наш варится еще минут 15-20. Вот такой вот супчик у меня получился для диабетиков. Насыщенный овощами. Очень вкусный, красивый. Добавлю зелень укропа. И пусть еще закипит. Укроп, зелень я люблю больше всего. Даже семена укропа пью, завариваю, пью натощак. Он очень хорошо мочегонные и хорошо очень снимает сахар. Такой вот вкусный для диабетиков супчик у меня получился. Приятного вам аппетита. Кому понравится, ставьте лайки. Спасибо